В очікуванні Кості Моряка. В рибацькому дворі на Молдаванці місцеві жителі самотужки змайстрували скульптуру рибачки Соні. Вона зустрічає гостей біля пришвартованого човна з Чорноморська. Благоустрій двору проходить в рамках проєкту, який започаткував креативні зміни у двориках задля об'єднання сусідів. Тепер двір з Молдаванки планує проводити екскурсії з одеським колоритом і залучати до креативності інші дворики Одеси. Мы сами собственноручно этими руками сделали. Она у нас молодая. По истории она в Одессе была, когда ей исполнилось 23 года. Поэтому она у нас как бы в молодом цветущем возрасте. Как обнаружилось, когда мы начали обучали в школе, и нас обучили, как соседи приобщать. И как... Ведь у нас каждый по-своему талантлив, но каждый боится выйти, вот зачем мне это надо. Но когда мы стали выходить на такие вот посиделки, и оказалось, что у нас во дворе очень много талантливых людей. Цікаво, що скульптуру майстрували з підручних матеріалів. Кожен сусід вніс свою лепту в створення образу. Шляпу купували на ринку, светр пожертвував сусід, а низ сукні зібрали з ковдри і штор. Щоб Соня простояла довгі роки, сусіди скрупульозно обробляли кожен елемент. Навіть бички в руках рибачки справжні. Это все мы делали раствор цементный с песком, все это окунали туда и накладывали сверху. Лицо, допустим, чтобы статуя долго стояла и зиму, там температура, да, солнце, допустим, мороз, мы делали бинты с цементом и... Это как, вот как гипс накладывают, да? Вот, вот так как гипс мы бинты накладывали вот на этот весь торс, для того, чтобы оно все было в цементе. И поэтапно, допустим, каждый вечер мы выходили, мы вскрывали жидкими слоями еще и еще, чтобы оно стало твердое, утвердилось и не ломалось.